Новая коронавирусная инфекция заставила все человечество вспомнить, насколько важна профессия врача. Рискуя жизнями и здоровьем, медики находятся на передовой борьбы с вирусом. В преддверии своего профессионального праздника в конференц-зале Видновской детской поликлиники глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вручил 12 сертификатов о предоставлении служебных квартир сотрудникам здравоохранения. Вот это испытание, которое 3 месяца длилось всю весну, да, и сейчас продолжается, оно показало высочайший профессионализм. Мы с гордостью говорим о именно сотрудниках Ленинского городского округа. Среди награжденных Айслу Каримова, заведующая амбулаторией в поселке Дрожжино. Несмотря на руководящую должность, Айслу Рашитовна продолжает принимать пациентов дневного стационара. В здравоохранении она работает уже более 35 лет. И самым главным в своей профессии считает видеть счастливые глаза здоровых пациентов. Ведь для настоящего врача это самая большая награда. Врачом работать не просто, и, наверное, в профессию люди приходят не просто. До института я 2 года работала санитаркой, училась на рабфаке, поступала. Свою работу я очень люблю людей. Обладательницей двухкомнатной квартиры стала и детский врач-невролог Марина Морозова. Молодой специалист рассказала, что уже 18 лет проживает в городе Видное, и получение собственного жилья для нее приятная неожиданность. Я раньше работала медсестрой в оперблоке, потом отучилась на врача, и вот сейчас 3-й год работаю. В системе здравоохранения Ленинского городского округа работает 1200 человек. Улучшение качества жизни медицинских работников – это важное условие для привлечения новых кадров. Ведь труд врача требует колоссальной ответственности и максимальной отдачи. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.